первое почтение и уважение самым старшим Петру и Владимиру Алексеевичу. Арсения я знаю давно. Я хотела бы больше сделать акцент на то, что мы не видим, на то, что здесь сегодня не представлено. То, что представлено, это огромный большой спас. Потому что Петр Алексеевич будет сказал, что он является корнем всего этого. Арсений Петрович очень активный человек у нас в районе. Вы знаете, что в июне он основал, организовал на порогах казачьих краевой фестиваль. И вот я сегодня, это как родные все равно пришли, вы понимаете, люди, вот именно Казачинский район, это был мой фокус, Казачинский район. И мне очень приятно, что вот сегодня вот такая выставка прекрасная, именно поколение такое, понимаете? Я художников нанимал, и художники делали передовиков сельского хозяйства, и местность наша была. Конечно, вот если бы я знал в то время, когда я работал там директором совхоза, вот тогда, конечно, Арсентия туда бы, семью Милованых бы тоже привлек туда. Здоровье, благополучие семье вашей, вашим семьям. И, конечно, успехов, творческих успехов на этом поприще, которым вы добрым делом занимаетесь. Ну и передавайте казачинцам привет передавайте. Фамилия меня, моя Ярошенко, зовут Анатолий Иванович. Мне нравится, что Петр Алексеевич за меня избежал единославия. Он славу свою поделил, как говорится, не унизив своего достоинства, потому что это потрясающий уровень.
зафиксировано.